Майами в этом году стало местом паломничества российских звезд. В теплом городе на берегу океана практически одновременно отметились Филипп Киркоров с детьми, Кристина Орбакайте с мужем и наследницей Клавдией, Анна Банщикова с супругом и сыновьями, Матильда Шнурова, Сергей Полунин, Елена Ильиных, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, а также дочкой Вероникой. К слову, Ильиных, Полунин и Николаев прибыли в США не случайно, звезды решили отметить здесь свои семейные праздники. Танцор и фигуристка отпраздновали во Флориде первый день рождения их сына Мира, а композитор – свое 61-летие. Не забыли поздравить маэстро его многочисленные родственники и друзья. Естественно, что одной из самых первых сказала теплые слова в адрес мужа Юлия Проскурякова. Иосиф Пригожин в этот день решил предаться ностальгии и обнародовал домашние посиделки с народным артистом. Также засветилась в сети старшая дочь Аллы Пугачевой. «С днем рождения, Игорь! Спасибо за искренность и многолетнюю дружбу. Будь счастлив и здоров. Дари любовь своей маленькой и взрослым музам», — написала она в личном блоге. На фото Орбакайте запечатлелась Николаевым, примерив черное платье с цветочным принтом и декольте в виде выреза каре. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты должна, знаешь, что мне нужна, всегда лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз, я его дождал. Как мне хорошо с тобой сейчас, жаль, что вечер мал. Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дана. Знаю, будешь мне нужна, всегда я знаю, что одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки. Стоп!